I'm sorry. Я совершенно не хотел никого сегодня убивать, простите. Да, и спасибо, что вызволили меня из тюряги. Да не за что. Зато я теперь знаю, что мой муженек в сговоре с Жилиным. А что делать с этим? Это была программа «Сдохни или умри». И сегодня я рассказал вам о том, как можно выжить на обыкновенной свадьбе, не прилагая усилий. Ну ладно. Я им устрою сладкую жизнь. Знаете, сейчас такая вот жизнь, что очень сложно быть одному, да. И я, конечно, не могу сказать, что я один, но вообще, как бы, по бумагам я один, да. И поэтому я уже окончательно и бесповоротно решил сделать предложение особе. Да, а то, что мы с ней ходим, и даже не муж и жена. Мы уже давно с ней вместе, постоянно с ней разговариваем, смеемся. Но иногда, конечно, вы просто этого не видите, но мы иногда конфликтуем, конечно. Она у меня добрая, но иногда так меня ругает. И если я вдруг как-то переключаю там телевизор ей, то она меня начинает ругать. Но потом сразу говорит, чтобы я ушел. Я просто ей сделаю предложение. Да? Да, подойду и скажу, вот, пожалуйста, тебе будешь со мной, ты жениться будешь на мне. Знаете, как говорится, век живи, век женись. Все, пойду к особе, сделаю ей предложение. Обниму ее так сильно, что даже ей чуть-чуть будет, больно. Моя дорогая особа, такая красивая. Я когда ее представляю, и почему-то мне становится грустно, потому что она далеко. Я пойду к ней. Все. Всем супер hello и good day. Я директор 9 канала Ричард Сапа Голден. Меня часто спрашивают, как можно жить без предпринимательства? И я отвечаю в их гнусные ничтожные лица. Никак. Ведь я использую дух предпринимательства. И чтобы это проверить, я приглашу сюда обыкновенного, ничтожного и бесперспективного человечешку. Фу, чувствую острый дух без предпринимательства. А что ты скажешь на этом? У меня есть бизнес-план. Вот, как я и говорил, даже самый ничтожный и низкопробный человечек, любой из вас, да, может... Да, потише ты гони, меня уже укачивает от тебя. Здорово, отец. Прыгай в гречку, переговорить надо. Ну, давайте только быстро. Таня.
Татьяночка, Аня. Нет, это моя нога. Куда же ее задевала? В эфире радиопередача «Поросячий взгляд» с Ричардом Сапоговым. Ну что, мерзкий журналюженька, доигрался? Танечка теперь будет со мной. Экономика страны в упадке. Мы с моей партией «Железные каблуки» уверены, что виной тому социальные паразиты, не платящие налоги. Художники, музыканты. С сегодняшнего дня я отменяю все виды искусства. Основным доходом страны отныне будет экспорт каблуков. Мы обуем весь мир. Мы станем каблучной державой, и весь мир будет у нас под каблуком. Все, пошли вон! У меня все. Ну, вот, собственно говоря, именно по этому поводу я вас здесь и собрал. Надо, как говорится, с этим что-то решить и принять какие-то кардинальные меры. Ну что, тут совершенно уже очевидно напрашивается предложение. Надо взять всех этих так называемых и, как говорится, у нас в рамках законодательства взять их и просто избить втихаря. Да, ну а что? Что церемонится-то? Все! Предложение принято. Считаю его весьма достойным. Вот, собственно говоря, мы все и... А, что касается оружия. От вас требуется химическое оружие. Знаете, химическое оружие, говорите, да? Странно это. Как я вообще здесь оказался? Я еще год назад даже и не думал о таком. Какое оружие вообще? Вы чего? Странно, что мы здесь сидим, что мы все это обсуждаем. Как мы вообще до такого дошли? Я не понимаю вот это. Как вообще человек, когда вот он рождается, он же такой хороший, маленький, бегает, никому никакого зла не делает. И вдруг раз мы становимся вот такими. Начинаем стрелять, драться, с кем-то разбираться, придумывать какие-то химические оружия. А зачем они? Просто чтобы других людей убивать. А зачем это надо? Ну, давайте делать химическое оружие. Давайте все дальше и дальше. Все это. И до чего мы дойдем? Мы друг друга все искалечим, и все. Зачем вам это всем надо? Неужели вам не хочется побегать спокойненько по полю, покупаться, нарожать каких-нибудь хороших себе много детей? Я, например, вообще хочу к особе. Хочу с ней жить, дарить ей постоянно цветы, с ней всегда играть. Нарожал, чтобы она мне детей хочу, понимаете? И хочу с Лёшкой постоянно видеться, с ним тоже придумывать что-то, изобретать. Производить какие-то разные вещи, даже если они никому и не нужны, понимаете? Но они хотя бы не приносят никому вред. Никакого химического оружия я делать не собираюсь. Ясно? Отец, кажется, ты не до конца понимаешь. Все меняется. И страна твоя тоже меняется. Сильный тот, у кого силы есть. Такая тенденция, понимаешь, той страны, в которой ты жил, уже не существует. Значит, мы с вами живем в разных странах. Продолжим наше совещание. Теперь поговорим об улицах. Что там
с очень скучными названиями, мне показались. Улица Карла Маркса переименовывается в Нателловскую. Улица Шопенгауэра переименовывается в Стрельниковский переулок. Улица Правды, что находится на Ленина 12, переименуем под Каблучницу. А теперь мы вернемся к самому главному вопросу. Вам надо выселить всех жителей из всех жилых помещений. Эти ничтожные людишки должны быть выселены, а в их квартирках мы отстроим настоящие заводы. Также мы запустим на улицу собственный патруль, который будет контролировать порядок в городе и выгонять ненужных людишек с их территории. Ясно, что я говорю? Поняла меня, овца? Продолжаем. Это что еще за сюрприз? В общем, читай меня внимательно. Кажется, ты оборзел совсем. Если ты сейчас не перестанешь... Дай сюда, овца! Не перестанешь борзеть, я тебе гарантирую, что в ближайшие сроки я и мои подопечные. Да это что? Я и мои подопечные, мы, значит, твоих малышечек, как говорится... Да что это за такое? Да все, я поняла, ты, золота, хватит сверяться! Хочешь разобраться? Разберемся. Давай завтра в 3 часа на каком-нибудь поле. Тебе капот, урод. Уж я тебе это обещаю. Стоять, стоять, голубчик. Все, до свидания. Здание отпечатано под производство каблучков. Тебе здесь не место. Отдыхай. Ну, как же так-то? У меня там целая квартира моя стоит. У меня там дом, телевизор. Мне надо туда. Ну-ка, брысь отсюда, мотылек. Или плохо слышишь? Тебе глазки подправить. Чпык! Теперь в этом городе будет настоящий порядок. Thank you.
особа. А ты чего такая расстроена? Что случилось? Ты почему плачешь? Не надо. Ну не плачь, пожалуйста. Ты чего? Зачем ты вынесла мебель на улицу и теперь жалеешь? Да мы ее с тобой вместе занесем. Ты чего? Пожалуйста. А? Не поэтому. А что? А? Это вы ее выселили, да? Вы какое вообще имеете право? Здание опечатано под производство. До свидания, голубчик. А ну-ка быстро. Вы чего? Ну-ка отпустите. Да, отпустите меня. Какое право вы имеете меня... Послушай меня, умник очкастый. Я таких, как ты, регулярно исполняю. Съел конфетку. Отдыхаем. Пойдемте, ребятки, я знаю, здесь рядышком отличная пивная. Ты же у нас телеведущая. Ты же любишь викторины. Давай сыграем в игру. Беги к своему журналюге. Чем быстрее до него добежишь, тем быстрее с ним увидишься. Все очень просто. Такая вот викторина. Готова? Беги. Нет, ты должна бежать. Такие правила нашей викторины. Музыка.
приготовиться к атаке. А! Уничтожить всех! Таня, Танюшка. Какие у тебя роскошные глаза, Бурочка. Танечка, я теперь, я понимаю, о чем ты говоришь, это невероятно. Да, да, судя по всему, стрела очень удачно сдвинула мой гипоталамус и не задела мозжечок. И теперь я смогу разговаривать с тобой всю твою жизнь. Будем болтать без умолку, дорогой мой. Наконец-то, Танечка, ура! Хороший человек, Шерш. Thank you.
Ну, здорово, отец. Да пошла ты. Ну что, мужики, клюет? Все, все, я не мешаю. Так, это что еще здесь такое? Ну-ка, хорошие мои, ну прекращайте это все, это же уже хватит. Что постоянно друг друга лишь бы поубивать. Ну все, хватит загорать. Ночь на дворе. Ну-ка, все, разошлись. Сказал, разошлись, все, не стесняемся, уходим. Все, всех благ, до свидания, все по домам. Особо. Я хочу вам уже предложить, чтобы вы стали моей женой. Пожалуйста. После меня.